На улице снова пошел дождик. И я пришла сюда в теплицу пока. Смотрите, какой арбуз. Он уже завязался. Вырос очень быстро. Был вот такой вчера еще. Сегодня уже вот такой. Я еще тут здесь вот сегодня опыляла. Надеюсь, тоже завяжется. Огурчики мы уже вчера попробовали. Вот такие они. Замечательные. Дыни. Вот тоже дынька, видимо, завязалась уже. А так цветет много. Помидорчики. Появляются помидорчики. Где-то здесь уже целая вот кисточка завязалась. Базилик мой прекрасный. Помидоры уже вот такие высокие. Все цветут. Какая красота. Единственное, на улице постоянно льет дождь. Вот сейчас тоже. Ну, небольшой, но идет. Земляничка. Надо сорвать на обед. Пионы падают. Отцветают. Мои розы прекрасные. Прекрасные розы мои. Надо обрезать то, что уже цвело. А так они такие прекрасные, ароматные мои розы. Очень красивая плетистая роза. Очень рада, что я ее купила. И вот такая почвопокровная, очень красивая тоже. Ароматная. Уже начинает зацветать. Гортензия, здесь лилии, лилейники. Отцветает уже чвушник. Какой прекрасный запах. Что, вроде дождь. Видите, какие тучи, 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 тучи. Надеюсь, что он сейчас уже и закончится, потому что здесь вот светло. Только что солнышко было. И там вот вроде как светло. А здесь, видите, какие тучи над нами. Везде тучи. Ну, я думаю, ничего страшного. Муж работает. Работает. Делает ряд для армопояса. Ставит U-образные такие блоки, которые будем заливать песчано-гравийно-цементную смесь. А я потихонечку просеиваю песочек. Вся комната заросла. Кстати. Кстати или не кстати, но одну я комнату почистила. Вот. Здесь выдернула все эти заросли. Но в той комнате тоже вот. Видите, какая красота растет. И здесь заросли.
Смотрите, какая сосна у нас выросла огромная. Ох, какая красивая, пушистая. И снова небо голубое. И снова солнышко. А наша тучка ушла вон туда. Самоварчик поставила. Какой. Там. Шумит, греется. Но он электрический. Все равно из него приятно попить. В общем, я такой подсобный рабочий. Бедра мою. Обед варю. Сегодня у нас на обед будут пельмешки. Дом сготовить не успела, очень рано уехали. Вот. Поэтому будем есть сегодня пельмешки. У нас здесь есть плитка. Я на ней иногда что-то готовлю. Вот такие вкусные пельмешки. И уже огурчик. Муж замешивает очередную партию бетона. Пескоцемента. Вот. Солнышко опять вышло. Горошек зацвел. Потрепало. О, как потрепало. Бедненькие мои. Бедненькую мою фасоль. Обломала даже. Ой. Ой-ой-ой. Обломала мою бедную фасоль. Ветер сильный был. Бобы цветут. Ягоды гниют. Портятся. Все заливает дождями. Они все чумазые. На следующий год буду обязательно постилать что-то. Да, вот видите, все сгнило. И здесь тоже. Подхожу, рву и выбрасываю. Вот несколько ягод, вроде какие-то съедобные. Но в основном, да, все гниет. Стараюсь их куда-то там закинуть, чтобы они не лежали в земле. Еще ягодка. Вот такие вот урожаи у нас в этом году. Клубничные. Клубничные. Так.
кабачочки. Маленькие-маленькие. Но этот, по-моему, не завязался, кабачок. Иначе он бы уже подрос. Очень красиво цветет моя золотая спирея. Спирея Голд. А какие нежные цветочки. Какая она золотистая. На солнышке особенно. Просто красота. И множество-множество каких-то мошек вокруг нее кружится. Жужжалок каких-то кружится. Но самое главное я сделала. Покосила. Все везде скосила. Между дождями сумела скосить. Молодец, я молодец. Ой. А то сплошные ведь дожди. Ну что ж, вот такой сегодня у меня результат. Насеяла 15 ведер из 45. В общем, мне еще надо два раза постольку. Это для заливки армопояса.